Всем привет, всем привет! С вами Мишмэг, мы на канале Ушмэг. Сегодня поиграем в игру под названием «Доставьте нам Луну», Deliver Us the Moon. И это вторая часть прохождения данной игры. Если честно, мне нужно было пристыковаться, насколько я помню, да? И у нас выйдет из строя сейчас разговорчики, да? Тап, задача. Задача — пристыковаться к станции. Да, это я все помню. Так, а что нужно для этого сделать? Где-то... А, взаимодействие. Так. А, движение вниз. Ага, все. То есть нужно просто тупо вести вот так вот, чтобы он шлангом, типа, да, или как-то цепился, получается, правильно? Правильно. Да, вот вроде вот так, все, сейчас будет нормально. Немножко вниз. Право, влево, остановочку. Вниз. Хорош. Плывет немного. Ну, вроде да, все, попали. Немножко, он такой плывучий корабль, как бы, да? О, вот так вот, да. Пусть. Попали. Нормально. Нормально вроде попали. Так, теперь, наверное, скорее всего, по станциям нужно будет делать какие-нибудь... Да? Наземный центр управления Фортуна-1. Наверное, вы уже добрались до космической станции Пирсон. Буря сильно повредила наши приборы. Мы не можем определить ваше местоположение и получать сообщение. Мы можем замечать колебания в сети МРТ. Если вы это слышите, попав в центр управления, постарайтесь выяснить, что случилось с подключением системы МРТ, чтобы его восстановить. Удачи вам там. А, слушай, так а мы... Космическая станция Пирсон, 2059 год, 5 лет после блэкаута. Мы же в такую уже с вами играли, помните, где была дама... Кислород. Что, кислорода типа нету? Воу-воу-воу-воу, полегче. Задачка. Попасть на космическую станцию. Так, кислорода на 2 минуты остается, типа, такое. Закрыто. Так, уходим. Уходим, значит, нам вниз, наверное, надо, да? А, нет, вниз закрыт, значит, нам вот сюда. Нету энергии или что-то. Так, и чего, и куда нам дальше? Хватить. Что это такое? Это я взял, непонятно. Чего это я взял? Знаю. Я что-то схватил своими ручищами. А зачем и почему? Так и не... Так, деньги, что ли? Наркотики? Деньги, наркотики. Так, вот подожди. Такая что? А, нет, я вниз же могу. Так, давай вниз тогда сходим. А, я открываю просто, ага. А, у каждого кислород у нас есть. А, кислород я короче, ты понял. Так, что-то здесь у нас тихо, нужно перевернуться, чтобы красиво все было. Так, у нас здесь... А, сюда нужно кислород вставить. Правильно? Тогда все будет работать. Нужно два баллона с кислородом найти. Да, а, вон баллоны с кислородом. Все, понял, тащим. Два баллона с кислородом. Так, а, не, подожди, а я не могу... А я не могу с... А мне туда с кислород надо... Ай-яй-яй. Что-то я не очень понял, как схватить. Может быть, другой этот нужно схватить? Но тут же два баллона с кислородом. Правильно? Я так... Правильно я понимаю или неправильно я понимаю? Мне нужен еще банка, короче, чтобы открыть дверь. А, вон, банку вижу. Хорошо. Хранилище. Тут тоже, наверное, будет две банки. Или одна банка. Одна банка будет только. Одна банка, и все, серьезно. Так, хорошо, ну давай погнали тогда в этот... Ниже тогда спустимся. Нам нужно еще какие-то, видишь, две штуки кислородные баллоны. Но они, наверное, будут побольше, наверное, да? Или подожди, с чем мне нужно взаимодействовать? Или... А, подожди, перезагрузка.
Я не могу нажать на перезагрузку? Высокое напряжение. Помещение экипажа, центр управления. Так, хорошо, давай закрываем тогда эту хрень. Если я правильно понимаю. И чё? Что я сделал? Я что-то открыл или не открыл? А, взаимодействовать. Так, жизнеобеспечение, перезагрузка. Недостаточно энергии, перезагрузка, жизнеобеспечение. Недостаточно энергии. Так, подожди, а я могу забрать эту хрень или нет? Так, взаимодействовать-то окей, подожди. А зачем мне сюда вставлять, если все закрыто? А! Вот, так, теперь что? А, все, понял, нужно ту забрать или нет? Ту забираем сейчас, она же открыта, типа, будет. А, туплю, смотри, надо что сделать. Вот так сделать, сейчас. Ай, господи, ну что за маразм? Так, иди сюда. Нужно ее вот сюда, короче, вставить, ту забрать, и потом эту забрать, и она закроется, эта дверь, и мы будем с кислородом. Так, ну у нас минута. Я думаю, нам хватит кислорода или нет? Блин, тут так ползаешь, как кретиниус. Так, кислорода должно хватить, по идее. 40 секунд. 40 секунд. Давай быстрее, ё-моё. Тётя. Так, и вот сюда. 30 секунд. Взаимодействовать быстрее. Активация жизнеобеспечения, восстановление жизнеобеспечения. Жизнеобеспечение подключено. Активировано резервное питание. Система жизнеобеспечения. Уровень кислорода растет. Хорошо. Значит, мы в кислороде. Теперь задача. Оценить питание станции в центре управления крылья Либра. А у меня карта есть? Карты нету. Либра это где? Подожди, может быть здесь мы что-нибудь найдем? Либра, Либра, Либра. Крыло Либра 3. А центральный узел, это я, получается? Это я вот здесь, а мне нужно вниз. Правильно я понимаю или неправильно я понимаю? Это как-то... Ну ладно, да. Мне нужно вниз, короче. Вот, и дверь вниз... Да, все, я понял. Мне нужно... Спогнали. Так, а интересно, кислорода мне хватит или нет? Управление, да, немножко кривое. Ну, в смысле, не кривое, обычно... А, там мы прослушаем какую-то запись, записульку. Орион, мне нужно центральный узел. Ну, мне, видимо, туда и надо. Послушаем. Командир станции Пирсон. Принят диспетчером, у вас все готово к снижению. Сеть МРТ еще отключена, поэтому при снижении копируемся погаснет свет. Спасибо за предупреждение, Пирсон. Помни, Сара, запас кислорода на станции ограничен. После прибытия у тебя будет минут 40. На выяснение причины блокаута и восстановление работоспособности сети МРТ. Если за это время ты не вернешься, нам придется эвакуироваться без тебя. Мы вас слышим, диспетчер. Да, и не волнуйся, диспетчер. Наверное, это просто глюк. Оглянуться, диспетчер, мы уже вернемся. Сейчас выясним, как они там. Алекс, запустить протокол снижения. И системы работают. И снижение 3.2.1. Снижение начато. Бог в помощь. Так, ну да, мы прослушали. Хорошо. Так, значит, а что мы здесь? Мы можем здесь что-то делать? И не можем мы ничего. Я пока туплю, да, я пока не понимаю, что делать надо. Мы оттуда пришли, нам вот туда надо. Нет, это Орион. А, подожди, я могу открыть? А, я могу просто пролететь. Все, понял. А, или подожди, я отсюда пришел. Что-то я туплю, короче. Центральный, да, я отсюда пришел. Вот ты меня все... Догадки свои, дурак. Вот сюда мне нужно компьютер, правильно? Лифт станции Пирсон, он не работает. Чрезвычайная ситуация. Могу нажать на через... Нет, не могу. Да, что-то могу. Ничего не могу. Понял. Так. Подожди, так а лифт мне нужно, типа, спуститься на этаж вниз, а вот эта дверь закрыта, правильно? Или я отсюда же тоже пришел? Нет, я, по-моему, не отсюда пришел. Да, я не отсюда пришел. Все правильно. Так, вон, Либра. Мне нужно в Либру попасть.
летая между станциями, в общем. Это очень похоже на игру, мы с вами играли, где за тетеньку. Помните, где инопланетяне хотели захватить весь мир? Ну, не весь мир. Но мы играли, только я не помню, как она называется. Она очень прикольная игра была, такая атмосферная, классная. Там тоже вылетаешь вот в этих шаттлах. Тоже такое управление странное. И ты там играешь за... Короче, ладно, я не буду вам рассказывать. Если интересно, посмотрите на канале. Если не посмотрите, я тут вам милю. Так, значит, опять перевернулись мы. И что? И где? И вот дверь, да? Правильно? Так. О, это Робертсон. Я могу в него попасть? Робертсона могу попасть. Опа. Тут мы можем что-нибудь собрать. Что это такое? Сканировать. Это такое? Аппаратура криосона какого-то. Хорошо. Ну, нам, наверное, потом понадобится что-нибудь собрать, наверное, да? Я могу схватить это, нет? Хорошо. Здесь что я могу? Осмотреть могу. Осматриваем. Ну да, это журнал для космоастронавтов, да, хорошо. Так, погнали, Сара Бейкер. А, появилось новое сообщение. Вот так, дружок, уже почти все на месте. Мы тебя потом подкрасим, не волнуйся. Ты готов идти? Мы уже почти запустили лифт. Да, только Алекса подлатай, будем спускаться. Эту штуковину с собой, что ли, возьмешь? Конечно, нам любая помощь пригодится. А к тому же, если бы не он, ты бы не добрался до воздушного шлюза. Отключение МРТ не может быть глюком, Рольф. Внизу по-прежнему темно, когда энергия отключилась в прошлый раз. Ты сообщение Земли слышал? Нет, а что они сказали? Без системы МРТ сюда уже даже корабли отправить не смогут. А само кстати, да? Установить причину блокаду можем только мы. Рольф, Сара, вам нужно выйти на поверхность, а может скорее, у нас мало времени. Ладно, пойдем. Собственно, все, да? Так, ну давай посмотрим, что здесь у Сары. Она же тихо, робота. Danger. Вот так я могу сделать. Возможно, удар электричный, трогать температуру драйвера. Поведение обновлено опасно. Так. Взаимодействовать. Член лунного да. Я могу как-то взаимодействовать, только прочитать какое-то говно могу. Так, не хочу ничего читать, отстаньте от меня. Мы должны быстро пройти игру. Быстрее быстрого. Шучу, конечно. Не шучу. Не, но мы не будем втягиваться в атмосферу, читая всякие записульки. Потому что, ну, это я считаю неправильно. Так, там-то мы были. Подожди. А что мне дальше-то нужно сделать? Найти код доступа в центр управления. Код доступа мне нужно найти. Так. А где же этот код доступа? О, интересно, подожди. Код доступа должен быть за писулькой какой-то на бумажке. Нет? Код доступа. Может быть, надо было прочитать за писульку? Да, слушай, подожди. Писанину, наверное, там были цифры какие-нибудь, скорее всего. Нет? Мне кажется, что да. Пойдем обратно. У нее вот в этом компе. Вот мне же туда нужно попасть, правильно? Центр управления. А у нее, скорее всего, где-нибудь записулю. А, или может какая-нибудь фотография. Нужно будет фотографию повернуть. И там будет сзади, типа пам-пам-пам-пам. Нет, ничего себе, ничего здесь нету. Так, тогда пам-пам-пам-пам-пам. Яма. Яма. А смотрели полицейскую академию там? Помните, был? Я не помню, как начать. По-моему, четвертую, где... Мне нужна, короче, какая-то фотография или какая-то записулька, которую я бы повернул и, скорее всего, и был бы там... Прикольно. Так, давай тогда у этого посмотрим. Ключ. Ключа не было или был? Но мне так в лицо не летел, да? Подожди, вот журнал. Кстати. На обороте тоже ничего нету. Правильно? Правильно. Так, тогда это не журнал. Фотография или что-то типа того. О, вот это есть такое? Можно осмотреть ее? 569-й. А это что? Блин. Что за загадка-то такая? А, вот, тут что написано. Взаимодействовать. Так.
Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Мария Гонсалес какой-то. Ничего, ничего не написано нигде. Может быть здесь? Где цифирка-то? Цифирка должна быть какая-то простая. Или мне подбором типа делать? Блин, там сколько цифр? 4 или 5? Не, ну это бред. Как... А, подожди, может быть на нем где-то написано? Не, на нем не написано. Сколько? Ну да, 4 цифирки. Цифирки мне нужно найти. Блин, что за бред? Подожди. Может быть здесь где-то написано? Не, ну... Так, подожди, подожди, подожди. Я ничего не могу повернуть, обернуть, да? Читать. Может, у нее где-то записано что-то? Подожди. У нее, может, где-то в каюте написан пароль? Туплю, как не знаю кто. Да, я знаю, ребят, можете мне об этом не говорить. А у меня фонарик был? А, его фонариус есть. Нигде здесь ничего не написано. Как так-то? Алло. Как так? А, вот он, ёптель. Я и пропустил. Кстати, напоминаю, они опять сменили код. 25-39. Ну, да, видишь, я... Ну, да, не вижу. Понял. Тупанул, тупанул. 25-39, да, я сказал? 25-39. Открыли, окей. Так, зашли. Кто тут у нас? Да, главное, короче, всякие записульки смотреть. И за человечество, за будущее. Прикольный слоган. Что дальше надо сделать? Запустить на компьютер в своем направлении диагностику питания. Все, диагностировать. Идет диагностика. Передатчики приемных системы МРТ на космической станции Пирсон подключены. Подключение к системе МРТ не установлено. Связь с лунной базой. Нет связи с лунным узлом. Хорошо. Точнее, плохо. Космический лифт не подключен. Требуется дополнительная энергия. Беру на станцию для получения дополнительной энергии. Двигатель вращения станции отключен. Станция очень мала, пум-пум. Опа. Что такое? А почему нет? Найти способ подать питание на двигатель вращения станции в крыле Арис. Попасть через крыло Орион в крыло Арис. Так, мы будем тут что-нибудь читать? Тут есть что-нибудь? Ну ладно, давай, погнали. Потом почитаем, мы сюда вернемся. Я думаю, что да. Сюда нам, ну, потому что открылось вроде. Ай, нет, не сюда. А что такое? Взаимодействие. Что это? Рука робота? Плазменный резак приведен в действие, готов резать замки? Ага, а, ну мышлюз какой-то. А где это? Где этот... Где... А, вот от этого шлюза. А, да. Тот закрылся, этот открылся. Кислород, опять нехватка кислорода. Это рука чище. Будем читать. Чем-то собрал руку. А, мы взяли... Подожди. Опа, нифига. Ага. Можем... Кислород, пока не нужен кислород. Так, резать ЛМБ. Ё-моё. А чё так много? А, я тупо могу просто... А? Что это такое-то? Не очень... А, вон генератор какой-то, наверное. Так, ну это мы двери, типа, да? Так, кислород. А, кислород на этот там сейчас. Кислородный баллон еще был.
Так, ну мне пока не нужен он, потому что что, у меня 2 минуты еще. Так, подожди. Надо все осмотреть. Значит, это мы отсюда вот, да, должны лететь вот туда, вот, вот, вот. Да, тут. Да, тут, вот. Да, тут, вот. Еще замки. И что там мы найдем? А, я просто проходка, типа. А что, я здесь не могу пролететь? Да ладно, не могу, серьезно? Прикольно. Так, давай кислородку возьмем одну. Давай. Давай. А, нифига себе, а что так мало он прибавляет-то? Я думал, он минуту фигачит, а не так мало. Это бред. Так, может, нам кислорода-то и не хватит тогда, да? Ну ладно, это уже лирика. А, вот еще кислород есть. На 7-0 управление Фортуна 1, система МРД до сих пор нет сигналов. У вас там все под контролем? Ну, я бы так не сказал. А куда мне дальше-то? Подожди, должен же быть еще где-то дверь. Нет? А, да, вон дверь. Туплю. А ускорения нету на полете на этом? Шлюз, он закрыт. А, ну мы сейчас его разрежем таком тесаком. Да, тут должен быть кислородиус. Нажми-то, пожалуйста, а? Нажали. Так. Так, кислород здесь появился, отлично. Так, слушаем. Сейчас собираю секцию ОС. Марин, ты как думаешь, как скоро мы строительство-то закончим, а? При том, что каждую неделю себе требует все больше запасов, сомневаюсь. Я еще удивлен, что МакАртур этому не воспротивился. Да. Слушай, с поверхности Луны тут странный сигнал, ты что-то нибудь видишь? Я тут заканчиваю. Че за черт? Весь свет выключается. Рольф, у тебя все в порядке, что произошло? Я ничего не вижу, везде темно. Система МРТ прекратила энергосбережение, все станции отключены. Сможешь вернуться к воздушному шлюзу? Никак нет, мне не видно. Отправляю Алекса для блокировки двери шлюза, видишь его? Вижу его фонарь, иду обратно к воздушному шлюзу. Что происходит? На поверхности совсем темно. Рольф, ну не сейчас, сколько тебе ждать? 10 секунд. Давай быстрее, когда воздушный шлюз закроется, окажешься внутри. Алекс удержит для тебя дверь, он долго не протянет. Так, ну, скорее всего, мы сейчас кого-нибудь тут встретим. Самых. Ну, в смысле, не из этих самых, а из тех самых. Ну, то есть, короче, ты понял, да? Наверное. Не. Так, что тут у нас? Мы можем управлять чем-нибудь? Не можем. Можем. Сматриваем. Читаем. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо. Это что? Никогда не выходите без оси. Без оси, без... Я не понял. А что у меня за задача-то? Найти блоки обслуживания двигатель вращения. Двигатель вращения. А это не он был? Это был не двигатель вращения. Одним. Ну, если ты... Ну, блин, серьезно. Мне нужно будет сейчас вот через всякие такие баки летать, как этот. Камон, ну хватит. Что за деньги? Что это такое? Наркота какая-то. Мы перевозили наркотики. Ну, нет. Так, давай. Эки. Это что такое? Сканировать? Это такое? Панель для крыла Ориона. Ну. Так, значит, что мне нужно было сделать? Попасть через крыло Орион в крыло Ариас, найти в блоке обслуживания двигатель вращения. Обслуживание, вот нам сюда. Вращающий. Делать надо? Надо отключить энергию, типа, или как? Обрез в случае аварийной ситуации. Видимо, это она. Видимо, это ситуация чрезвычайная. Очень чрезвычайная. Так, и что, летим?
Не, ну очень, конечно, красиво, классно. Так, как отключить это говно? Отверткой? Что надо делать? Мимо лучей пройти можно или нет? Можно маску одеть? Что надо сделать? Между лучей, серьезно? А я смогу? Меня не чпокнет током. Тихо. И? Что я тут делаю? А. Так, я отключил этот. Так, отключил энергию. Понял, хорошо. Теперь нам нужно вот туда. Упс. Так, что здесь он? Это что ты? Это гадости. Съест? Нет? Так. Хранилище. Хранилище мне нужно? Что это такое за говно? Понятно, да? Так, хорошо. Дальше едем. Задачку. Подать питание на двигатель вращения. Подать питание на двигатель вращения есть. Так, а это что? Какая-то хрень, непонятно. Зелененький светится. А как? Мне нужны эти штучки. Они? Ничего не открывается. Не открывается. Мне в хранилище, наверное, надо попасть, да? В хранилище, наверное, будет что-нибудь. Хранилище закрыто. Его надо как-то открыть. Так, подожди, что-то я запутался. Энергоблоков я нигде не видел, походу. Марка. Что? Нельзя взаимодействовать. Так а что, я попал в эту комнату, где нету взаимодействия ни с чем? Серьезно? Но он нигде не взаимодействует. Туплю. Не увидел, соряныч. Так. Икс. Один. А сколько мне нужно туда? Их много, типа? Еще надо, да? Где-то найти. А, не, могу. А, все, я понял. Я из каждой И это все резать надо? Серьезно? А я дальше не могу повернуть? Подожди. Не могу. Ё-моё, тут еще нужно, типа... Тут еще загадки, смотри. Типа, ты не можешь просто вот так вот, а тебе... А мне нужно вниз. Да ёп. Так, а мне нужно вниз. Теперь я иду вниз. Правильно? А нет, неправильно. Да? Так, ну хорошо, давай резать все, что мы видим вообще. Господи, что за бред? Мне интересно, короче, пока. Как вообще? Потому что нету истории. Ну что это за бред? Мы должны просто тупо резать всякую эту хрень. Как бы так, слабенько пока, слабенько. Так, хорошо, ладно. Забираем. Забираем, я сказал. Запас энергии в системе обеспечения 40%. А, так я сейчас, короче, я смогу включить эту штуку, крутилку. А мне нужно будет потом... Или как получается? Ну ладно, давай сейчас посмотрим. Я, типа, должен между проскочить? Ёптель. А как я тут между? Давай попробуем. Фу.
Ёпать, ай-яй-яй-яй-яй-яй. процентов. Так, ну да, я, короче, сейчас и будет 0, и все. Блин, токнул, ток. Ну, блин, ножки, потому что я не видел, где у нее ножки заканчиваются. А, или это я? Я это я, или я это она? За кого я играю? За мужчину или за женщину? Ну, блин, ну опять, серьезно, ну, может быть, хватит? Так, правильно. Блин, ну не, неправильно. Не, вроде... Ой, я умер, типа? Да, я якобы умер. Я с какого места буду начинать сейчас? Очень мне интересен этот момент. Серьезно, с самого начала всего? Нет, ребят, я не буду в это играть. Не, все уже, хватит с меня. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Всем счастливо, всем пока.